Дорогие друзья, всем привет! Решила показать вам сегодня, как выросла моя рассада, которая растет, ну, можно сказать, на полном солнце. В данный момент на лоджии. На перчик посмотрели, теперь смотрим на армерию. Здесь у нас маргаритки и вот камнеломка аренса. Дальше смотрим на томаты. На лоджии было прохладно. Они не сильно пошли в рост. Препаратом от лет я их никогда не обрабатываю, чтобы затормозить рост. И пошли они больше в стебель. Вот как растут, так растут. Потом с вами летом посмотрим, какие будут кусты у нас помидор. Помните, мы с вами смотрели покупные семена, которые я сажала? Вот они в данный момент выглядят вот так вот у нас. Это томаты из своих семян. Сорт розовый. Название его точного не знаю. Когда-то купили у бабульки несколько томатов, которые очень понравились на вкус. Взяли семена и сажаем. Может, если кто-то знает сорт, подскажет, буду очень благодарна. Очень хочется знать, что же это за сорт. А это томаты красные вытянутые. Так они у меня вот называются. Сейчас покажу. Красные вытянутые. Тоже свои семена. Тоже неизвестные сорта. Ну, такие мы точно с вами не определим, что это за семена и за сорта такие вот растут у меня. В виде сердечка. Очень вкусные, очень сладкие томаты. Я думаю, у многих садоводов есть какие-то свои семена, у которых мы просто не знаем названия, но они любимы нами. За свой вкус хочу показать болгарский перчик, как у меня растет. В основном я сажаю вот в такие вот большие стаканчики обычные. Вот он так развивается в них. А в маленьких это даже не стаканчики, а рюмочки. Я воткнула. Ну, просто вот оставались семена. Надо было куда-то их деть, чтобы не оставлять на следующий год. Ну, воткнула вот в такие маленькие рюмочки. Видите, какая разница от объема стаканчиков. Все наглядно видно. А это та самая каскадная петуния, которая была посажена семенами. Вот так вот она у нас подросла. Я ее пока не прищипывала. Пускай пока цветет, нас вот так вот радует. А когда уже в кашпо я ее высажу, тогда, конечно, обязательно ее немножко прищипну, чтобы она лучше кустилась, ветвилась и радовала нас пышным цветением.
На этом заканчиваю сегодняшний репортаж. Это все, что я вам хотела рассказать. До новых встреч. Пока.